Мы сегодня решили выйти сюда к посольству России в Риге, потому что 150 дней — это огромный срок. 150 дней в Украине идет кровопролитная, ужасная, страшная, преступная война. И каждый день гибнет огромное количество людей, разрушаются города. Люди продолжают бежать. Вот я волонтерю в Алеппо, я помогаю беженцам, которые бегут из оккупированных вот территорий через Россию в Европу. И с каждым месяцем поток беженцев не только не прекращается, он увеличивается. То есть каждый месяц где-то на 1000 человек больше едет через Латвию. Нельзя убийством спасаться, никого нельзя спасти убийством. И эти вещи происходят из-за страха в сердцах. И с этим страхом только каждый по отдельности может справиться. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый россиянин справился со своим страхом и понял, что нечего защищать. И кровь ни одного ребенка и ни одного солдата, посланного в Россию, не стоит ничего. Нет, ничего дороже жизни. Я не боюсь, как не боялась в России, выступить против войны. Не боюсь продолжать выступать против войны и считаю то, что происходит в Украине, военным преступлением. И считаю, что Путина и тех, кто выполняет его преступные приказы, их должен ждать суд в Гааге. Уже идет 5 месяцев война в Украине. Я считаю, что Россия победит, если проиграет в этой войне. Чем она быстрее проиграет, сложит оружие и покинет территорию Украины, тем выше и дороже будет ее победа для россиян.